В Новосибирске почтили память воинов, которые отправились на фронт 7 ноября 1941 года. В этот день в столице, в разгар Великой Отечественной войны, был проведен парад, который был призван показать, что дух россиян не сломлен. 7 ноября отмечается День воинской славы России. В этот день, 80 лет назад, в Москве на Красной площади состоялся легендарный военный парад, участники которого сразу отправлялись на фронт. В честь их памятных событий на монументе славы в Новосибирске состоялась церемония возложения цветов к вечному огню, в которой приняли участие военнослужащие, ветераны, руководители области и города, а также митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.